нет, вы не понимаете! Джилл и Майкл делают все, что могут, но времени нет! Вам надо срочно улетать отсюда! Когда мы сможем взлететь? Кто-нибудь, заделайте вторую дыру! Давай я сделаю! Держи! Залейте горючее! Я залью! Закиньте вертолет в спасательную шлюпку! Давай! Скорей! Кайсон! Сон, куда ты? Надо лететь! Джин там внизу с Майклом! Нет времени! Времени нет! Я его лететь. Не брошу! Вот что! Неси ребенка в вертолет, а я над Джином, ладно? Качай, пока я не заведу! Этого должно хватить до острова! Джин, все, уходи! Ты сделал все, что мог! Нет, я буду искать! Эй, уходи! Все кончено! Баллон почти пустой. Слушай, ты теперь отец. Ты должен пойти к жене и отвезти ее домой. Спасибо, Майкл. Чего там? Беги! Он сказал, что у нас 5 минут. 3 уже прошли. Если лететь, то сейчас. Скорее, Джин, садитесь! Скорее! Джин, остался, Джин! Джин, там! Скорее. Мы не можем его я бросить! Я без тебя никуда не полечу! Он уже завел мотор! Машину! Нет! Еще минуту! Стой! Где Джин? Джагер! Джагер! Это Джин! Джин! Надо вернуться! Поворачивай! Нет, не могу! Мы должны вернуться! Он умрет! Ты свободен, Майкл. Вы кто? Там внизу никого нет! Отсюда ничего не видно! У нас мало горючего! Назад нам нельзя! Спустите, он там, я знаю! Он там внизу! Прости, мы можем прости, его спасти! Его там нет! Нам надо лететь! Сун, успокойся! Нет, мы не бросим его! Сун, нет, пожалуйста! Мы не бросим его! Разворачивайся! Пожалуйста! Давай! Сун! Его нет! Он мертв! Лапидус! Возвращаемся на остров! Ясно.